На протяжении 4 дней в Брестском областном центре Олимпийского резерва «Виктория» шла упорная борьба за звание чемпиона 2023 по мини-футболу. Среди участников 12 сборных команд Министерства внутренних дел со всей республики. Соревновательные дни пролетели мгновенно, и вот наступил самый волнительный и долгожданный момент подведения итогов и награждения победителей. Игры были настолько яркие, приносили эмоции. Уровень чемпионата довольно высок. Ребята молодцы, показали командную игру, способность работать на результат, поддерживать друг друга и, конечно же, свою дружбу. Я, конечно же, бы очень сильно хотел, чтобы все-таки он проходил всегда в городе Бресте, в этом прекрасном спортивном зале города Бреста. Что касается распределения призовых мест, бронза досталась команде Главного управления внутренних дел Минского горисполкома, серебро – управлению внутренних дел Гомельского облсполкома. А триумфаторами игр уже не в первый раз стали бесспорные лидеры и настоящие профессионалы – команда представителей департамента охраны Министерства внутренних дел. Мы представляем департамент охраны и мы участвуем в чемпионате Беларуси высшей лиги по мини-футболу. И поэтому все хотят с нами сыграть и проявить свои лучшие качества. Готовились 3 недели, подготовка была серьезная, тренер всегда таким турниром настраивает ребят, дисциплина у нас была, то есть тренировались почти каждый день. Приехали сюда и, естественно, 8 игр провели. Немного жаль расставаться, но воля к победе, спортивный азарт и командный дух, который царил на площадке спорткомплекса, поможет участникам соревнований и в жизни, и в работе оставаться сплоченной командой единомышленников. А игры по мини-футболу вновь будут ждать своих героев уже в следующем году. Юрий Лимонтович, Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.